Всем привет и здравствуйте! Меня зовут Павел Мавриди. Вы смотрите мое видеорезюме. Мне 22 года, по образованию журналист. В столицу приехал 2 года назад из Сибири. Моя цель – стать профессиональным и популярным телеведущим. Я все время хотел работать на телевидении. И начиная с 10 класса, я это в голове, я придумал себе свой собственный канал. Да не подумай, что я сумасшедший. В Сибири на канале MTV Абакан я был автором и ведущим проекта Афиша MTV. Без скромности скажу, благодаря мне эта программа стала одной из самых рейтинговых. Всем привет, это Афиша MTV. Посмотри афиши, и у тебя не возникнет проблем, как и где, а главное с пользой провести свое свободное время. Я держу в руках не просто рулон бумаги. Это афиша супервечеринки Back to Back или Возвращение старых друзей. Тематика сюжетов была самая разнообразная, начиная от культурной жизни города и заканчивая ночными тусовками молодежи. В конце программы ко мне в гости в студию приходил известный человек. Однажды я сам к себе заглянул на огонек. Паша, скажи, как долго работаешь на телевидении? Год назад я стал корреспондентом столичного телеканала «Доверие». В программе «Инфолента» в основном я снимал сюжеты на социальную тематику. Еще совсем недавно здесь располагался салон, где продавали дорогие автомобили. Такая же громкая и преданная группа болельщиков в будущем ждет тех ребят, которые после реализации программы «Спартак Футбол Класс» станут ведущими футболистами России. Итак, я в поиске новой интересной работы, которая связана с моим любимым телевидением. До встречи!